Ход ремонта основных автодорог в Ульяновске и благоустройство прилегающей территории изучала комиссия из представителей городских и областных властей. Так, сейчас подрядчики работают на 7 участках автодорог в Ульяновске. На Димитровградском шоссе, например, сняли старое покрытие, ставят новые бордюры и практически завершили укладку выравнивающего слоя асфальтобетона. Подрядная организация планирует сдать этот участок до 12 июня, после чего возьмутся за Сердинское шоссе. На улице Промышленной выполнена ливневка на пересечении с улицы Александра Невского. Там постоянно у нас проблема, вода стоит. Водоотводы сейчас перекрыты торговыми точками, которые рядом стоят. Поэтому мы сделали сейчас на этом участке ливневку. Также приступили к ремонту улицы Ефремовой. По словам чиновников, ситуация с ремонтом дорог в регионе опасений не вызывает, хотя по ряду объектов существует определенное отклонение от изначальных планов. Но дорожники должны все наверстать, тем более, что эти условия прописаны в контрактах. В целом, в 2018 году на территории региона все объекты дорожного хозяйства, это федеральные, региональные, муниципальные, готовы к ремонту. У нас остается несколько муниципальных образований, такие как город Димитровград, которые на сегодняшний день еще не приступили к основному ремонту. Согласно планам работы по укладке асфальта, дорожники должны завершить до 10 сентября, а к началу второго осеннего месяца установить барьерное ограждение.